Всем привет! Хочу сегодня декорировать вот такую бутылку коньяка. И для этого я уже возьму вот остатки лент. У любой мастерицы остаются какие-то кусочки. Буду их использовать. Сделала из парчевой ленты вот такие розы, крученая роза. Две парчевые и одну белую сделаю. Такие тычинки. Украшаю, хочу украсить на фетровой основе, чтобы он был съемный. Использовать еще раз. Итак, если вам интересно, оставайтесь со мной. Thank you.